Самое время подвести итоги 4-го тура чемпионата России по интерактивному баскетболу. Вас приветствует команда Кибербаскет, и мы начинаем. На прошлой игровой неделе закончился первый круг регулярного сезона, где уже стала вырисовываться примерная картина плей-офф. Огласим и положение команд. Готовьте уши, Эминем на проводе. Нижний Новгород, Купол Родники 1, Купол Родники 2, Брикворкс, Ранниганер, Стронг Раша, Пятигорск Иглс, Орион, Бету Зебон, Космохасерс и Лайтс Аут. Фух, вроде бы никого не забыл, сейчас расскажу, что именно случилось. Пятигорск и Иглс не смогли принять участие в 4-м туре и получили технические поражения в своих матчах. Нижний Новгород закрепил свое преимущество победой над Купол Родники 2 и обеспечил себе промежуточное первое место. Команды постепенно набирают свою форму, и мы уже видим рывок Ориона с 10 строчки до 8, и они уже дышат в спину Пятигорск Иглс, которые упали с 5 места до 7. Тяжелее всех приходится Lights Out, которые в данный момент занимают 11 место с одной победой над Волгоградским Орионом. Про командные перформансы рассказал, перейдем к личным. Лучшим разыгрывающим по итогам 4-го тура стал Вадим Данилов из Ориона. Вадим смог нащупать свою игру и набрал 16 очков со 100% реализацией 3 очков. Следующий на очереди Даниил Жидоморов, лучший обороняющийся игрок тура. С Жидоморовым оставаться один на один не самая лучшая затея. 2 перехвата, 2 блокшота и 16 очков тому подтверждение. И центровой Ориона Андрей Кузьмин. Он так божил на подборах, отсекая всех центровых на пути к кольцу. Андрей записал в свою статистическую линейку 6 очков и 9 подборов. На этом новости 4-го тура подходят к концу. Любите интерактивный баскетбол так же, как его любим мы. И услышимся уже в 5-м туре.